именно 6 декабря, ну, теоретически существует три варианта. Первый, это будет назначен армянский кандидат, теоретически, я скажу. Второй, будет назначен белорус. И третий, это никто не будет назначен и останется заместителем вот, представителя России, который есть сейчас. Я в порядке возрастания возможностей называл. Что будет назначен армянский кандидат, по-моему, довольно маловероятно. Что господин Пашинян за 2 дня до выборов согласится на белорусского кандидата, это как его должны уговаривать? Тоже маловероятно, что господа Назарбаев и Лукашенко согласятся на армянского кандидата. Такое в принципе возможно, собственно, при назначении Хачатурова так ведь произошло. Но, во-первых, ситуация была другой совершенно. Во-вторых, не было вот этого вот выплескивания этого в открытый эфир. Такого рода вещи не происходили. Происходило все в рамках переговорного процесса, как это обычно в таких случаях происходит. Да. И в-третьих, Россия уговаривала, а не Армения. И Казахстан, и Белоруссию, и давала некоторые что-то взамен. И случилось то, что так вряд ли сейчас произойдет. Поэтому я не отрицаю, в принципе, другие варианты, но, скорее всего, наверное, довольно вероятно, вот давайте я так извиняюсь, скажу, потому что очень многих элементов этой информации у меня просто нет. Будет торможение ситуации, как минимум, вот именно 6 числа. Однако мне хочется, отвечая вам, выйти за пределы собственно 6 числа. Значит, то, что случилось уже, это называется... Это можно называть шахматным термином цукцванг. Как ни поступи, будет хуже. Вот что бы ни случилось, вот смотрите, да, будет продлен русский вот этот кандидат, а потом что? А через несколько месяцев придется соглашаться на белоруса. Так, может быть, согласиться надо было раньше. А если 1,5 года продержать не белорусов, все равно «Б» следует за «А» по русскому алфавиту. А в 2020 году как будет? А в 2020 году и выборов не будет, и рейтинг господина Пашиняна в Армении будет совсем другой. И вот это соотношение, это вообще очень важная сейчас вещь, я все время об этом говорю, еще раз скажу, потому что мне кажется важно, чтобы об этом говорили и писали. Асимметрия внутреннего понимания и внешнего понимания. То есть вот из внутренней политики исходя, очень многие вещи ты просто не видишь, если ты просто исходишь из внутренней политики. Да? Вот надо Армении поступить на изменения, и, как это говорилось, да, весь мир должен это признать. Не признает это весь мир. Вот почему господин Лукашенко, он уже 30 лет у власти, так же было сказано, 30 лет у власти, на самом деле не 30, но неважно, находится и поступает таким образом. Ну вот справку взять и посмотреть, Лукашенко вообще всегда так поступает. Это способ политического поведения Лукашенко во взаимоотношениях с Россией и с Казахстаном. В рамках ОДКБ в частности. Вот эта игра на грани фола, эти скандалы, которые все время возникают, эти высказывания, которые бывают достаточно резкими, потом откатывается назад, потом идет немножко вперед и так далее. Ничего нового в этом нет. Это просто надо было учитывать. Господин Назарбаев, он всегда так поступает, как сейчас. Это просто разговор о квалифицированно проделанной домашней работе. О том, какие справки кладутся человеку в самолете, когда он летит перед тем, как проводить переговоры.